Друзья, всем привет! В этом видео сегодня хочу вам рассказать про вот этот вот домкрат. Вы видите на экране красного цвета домкрат, подъемник для мотоблока. Очень удобная вещь. Сейчас я покажу, как он работает сразу. Надеюсь, было видно вам все, как это выглядит. Вот такая вот стойка получается. И очень удобно. И вот смотрите, он вот достаточно устойчивый. Тут шплинты, их надо не потерять. Вот самая засада, это они теряются. В руках лучше держать. Я вот сюда вот колесики кладу. Раз, снял. Вот, смотрите, раз, отбросил. Колесики надо ставить елочкой вперед. Вот. И вот спокойно одевается колесо. И вот отверстие надо просто выровнять, и все. Я раньше это делал на каких-то ящиках, на бочках, еще как-то, на ведрах каких-то, на бревнышках. Это все крайне неудобно. А тут вот раз, вот так одел. Вот. Причем подход вот такой вот сразу сзади. Ты все видишь, все контролируешь. Также плуг можно менять, вот, допустим, сошник убрал, плуг одел. И вот шплинтами просто раз, все застегивается. Вот, можно чуть вот так повернуть, вот как удобно. Раз, зашплинтовали, раз, раз. То есть вот здесь, то есть вот эта часть вся контролируется. Вот на подъемнике вот так вот это все выглядит. Это все тот же мотоблок Hyundai, который я обзор делал. Уже 4 года он работает преспокойненько. Вот он, мотоблок. Покажу, как спускать на землю. Вот на этом все видео. Вот такая удобная штука. Не поленитесь себе сделать. У всех есть сварочный аппарат и профильная вот эта квадратная труба. Сварить 5 секунд. Выглядит вот так. Вот так вот он выглядит. Платформочка и подъемник такой из двух труб. Вдоль редуктора две трубы. Чуть-чуть наискосок. Вот так вот. Вот так, можно больше, я сделал вот так. Ну, было бы лучше, если бы больше сделал. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, буду рад общению. Всегда взаимка, пока-пока.